Kas kukkus. Где вы, моя девочка? Где вы, моя хорошая? Я тебе мешаю? Не бойся. Ну, не бойся. Ну, давай. Страшно, страшно. Перестань. Вот тебе ого. Нет, яблоки не груши. Что, моя хорошая? Что, моя сладкая? Что, моя хорошая? Она пол там разбирать стала. Пол разбирает. Пол разбирает, ладно, что здесь? Она вон миску выкидывает. Не зависит от того пола, она и пустая. Засранка ты. Ну что? У меня тут юта. Ну, ела, да. Грушу дала, она так ее проглотила прям. А яблоки не очень. Не очень. А грушу... Отдашь мне миску? Не да. Вот сейчас она, если у нее забирать миску, она будет лапами. И еще и биться. Я пальцем толкаю яблоко, так она дергается. Говорит, убери палец. Ко мне, говорит, не заходи. Ты моя умница, ты моя девочка сладкая. Ну... Лапу не надо готовить. Я вижу, ты лапу уже поднимаешь. Не надо, мое солнышко. Не надо. Вон там. Еду им занесли, да? Лисам еду занесли. Она у нас правша, не левша. Отбирает левой лапой. Да? А ударить хочет правой. Скажи, а ударить хочу правой, да? Ты моя умница. Это во. Я к тому, что у нее обе лапы хорошо развиты. Обе лапы хорошо. Еще и глаза гноятся. Чуть-чуть скажи. Да, вот, скажи. Юточка, девочка. Девочка моя, сладкая, хорошая. Ну. Давай. Смелее, это моя рука. Ну, понюхать хочется, правда? Правда, понюхать хочется. Ну, высовывай нос, нюхай. Не бойся. Ну. Смелее. За лапами я слежу, не переживай. Смелее, моя хорошая. А? Ты моя глазастая. Кореглазая. Ты где колючку-то нашла? А? Ты где, моя девочка, нашла колючку? Ну, уже смотри, нос высунула. Ну, чуть-чуть осталось, давай. Не бойся, я тебя сам боюсь. Давай. О, вот видите, лапу поднимает. Вот, подняла, говорит, сейчас врежу. Ты моя умница. Ты моя хорошая. Ну. Ну, давай. Ну. Страшно, моя хорошая. Не бойся. Ну.
Не, ну давай, еще раз. Вот перестань. Вот нехорошо ты поступаешь. Не надо так. А, бороду почесала. Молодец. Я же не ничего, у меня палки нет, ничего нет в руке. Ты же пустая ладошка. Причем яблоки тебе эта ладошка кидает. Значит, она не страшная. Нет, не страшная. Ну, что, мое хорошее, что, мое сладкое? Ну, и хочется, и колется, да? Вроде интересно бы и понюхать. Ну, вот, яблоки пожуй, правильно. Вот. На шее? На голове. Отсюда не видно. Лев совсем хмурый. Ему совсем плохо. Но это если опухоль еще операбельная. Ну, может, и не опухоль, да. Что в голове еще может болеть у льва? Что? Ну, шею-то он вроде ворочает. Юточка, девочка, яблоки кушает и хрипится. Как это? Ворчит так вот она. Так тебя лучше видно просто. У нас большие, такие вот красивые у нас уши, большие и круглые. Ну, вот следующее, правильно. Ну, сейчас так все скушаем. Эти яблоки сладкие, хорошие. Вот у нас ушки какие красивые. Вот ушки у нас. Кушай, кушай, кушай. Ты что выплюл? Не понравилось чего-то такое? Выплюл, другой взяла. Что с тем яблоком? Ох.